Всем привет, ребят! С вами Happy Academies. И сегодня мы будем моему другу дарить флайзельку. Он очень хотел флай питомчика и на его ДР-ку. Я ему подарю. Ребят, вот такой подарочек мы ему делаем. Забирай свою флайзельку и пои дракончика или я не знаю кого. Напишем пои кого-то. Давай. Он в шоке. Он ничего не понимает. Ну, пои кого-нибудь. Он его будет поить? Так, его? Ну ладно, пои. Так, ребят, смотрим за этим процессом. Эй, а что мне не показывается? Я не поняла. А что мне не показалось? Я не поняла. Ладно. Он в шоке, ребят. Ребят, также я решила подарить ему вот такую штучку. Ну, лимонадную стоечку. У него его вроде бы нету. Вроде бы. Это не точно. Он вообще уже не знает, и так в флайзельке офигел. Еще тут офигевает. Не могу. Он счастлив. Он сказал, что прям на весь дом орёт. Вот так-то, ребят. Я не сплю. Нет. Я не нашла более подходящего ответа. Ребят, не могу, это так ржачно. Ой, это, ребят, это так смешно. Значит... Что это значит? Ребят, он сказал, что это лучший день рождения в его жизни. И также я у него спросила, у него нет пчелки. Блин, что бы ему не подарить? Так получилось с отдельными трейдиками, но я думаю, что ничего. Он рад. Он уже не знает. Ребят, он думал, в плазельке достаточно. Куда еще-то? Все, за робаксы. Хватит. Хватит. Такс. Ребят, я боюсь, что я в таком... В моменте еще что-нибудь ему захочу подарить, поэтому, пожалуй, я видео закончу пока совсем уже. Он сказал, что сейчас соседей вызовет, поскольку он очень сильно орет. Ой, это так смешно, ребят. Так, сейчас спросим, хочет ли он вот это. Ребят, он не хочет эту штучку. Плак. Сам заработаю. Ну да, это уже логично. Ищем, ребят, в своем огромном инвентаре. Что-нибудь, может быть, еще смогу ему подарить. Нет, увы, в игрушечках у меня ничего такого крутого нету. Жалко. Так, подарим ему вот этот большой подарок. Еще, это, наверное, все будет. Забирай подарочек. Он очень рад. Ну, водочек. Сейчас, ребят, мы ему еще кое-что дадим. Если я найду эту вещь в своем инвентаре. Вот, галстучек. Нет, он у него есть. Это плак. Ах, ребят, я не понимаю. Обнаглел совсем. У него все есть. Вот, на. У него его что, серьезно не было? Ну, забирай. Короче, ребят, вот так дали ему кучу подарочков. Я всех люблю. До скорой встречи. Всем пока.